Управление образования совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками правоохранительных органов, психологами и священниками уже больше 10 лет проводят в школах Мытищинского района Дни правовых знаний. Их цель не только предупредить и обезопасить, но и развить у учащихся интерес к вопросам правового образования. На днях такое мероприятие прошло в школе номер 26. В Мытищинском районе огромное внимание уделяется работе с молодежью. В рамках профилактики совершения различных правонарушений, преступлений, возникновения чрезвычайных ситуаций в школах проводятся разъяснительные беседы с участием ответственных специалистов. О том, как правильно поступить в сложной жизненной ситуации, обезопасить себя и своих близких от пагубного влияния алкоголя и наркотиков, что нужно знать, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие, об этом и многом другом говорили на мероприятии, которое прошло в школе номер 26. На протяжении учебного года Дни правовых знаний проходят практически во всех средних и среднеспециальных образовательных учреждениях. График мероприятий Управления образования всегда утверждает совместно с отделом по делам несовершеннолетних при главе района. Ранее мы Дни правовых знаний проводили по графику, по нумерации школ. И буквально после третьего такого учебного года мы поняли, что нужно иногда вносить коррективы и выходить в те образовательные учреждения, где мы считаем, что необходимо в первую очередь оказать помощь. Это бывает по разным причинам. Видим рост, допустим, общественно опасных деяний, даже правонарушений, рост детей, стоящих на внутришкольном контроле. Мы понимаем, что нужно в это образовательное учреждение идти, допустим, в этом году или в этой четверти, а не позже. Комиссия по делам несовершеннолетних постоянно анализирует процент неблагополучия в подростковой среде. Так, в школе номер 26 был отмечен рост правонарушений на железной дороге. Несколько ребят занимались таким опасным делом, как зацепинг. Поэтому сегодня мы пригласили сотрудников железной дороги, органы полиции, которые сегодня прибудут. Они привезут специализированный фильм, направленный на профилактику именно этого движения. Зачастую День правовых знаний выявляет проблемы, о которых руководство школы и не догадывалось. Ведь на этих встречах ребята не только слушают специалистов, но и задают вопросы. Ирина Дробышева, Галина Данилова, Сергей Бесчастный. Информационная программа «День».